carry the burden of other beings' long-lasting suffering. Первое, что нам нужно принять во внимание. Now, one thing that we need to consider is what. Нужно понять различие между обладанием состраданием и отсутствием сострадания, между наличием любви и отсутствием любви. Зачастую мы думаем, что когда перед нами, например, бедный человек или разбитый болезнью человек, если мы окажем ему помощь, например, окажем ему финансовую помощь или предоставим, если мы дадим ему образование для того, чтобы он мог выйти из бедности, мы думаем, что вот такие краткосрочные меры и такая краткосрочная польза — это то, что определяет, есть ли у нас сострадание или нет. И в размышлении о сострадании и о любви мы думаем, что именно это и есть выражение любви и сострадания. И мы думаем, если мы не способны проявить вот такое заметное для глазу сострадание и любовь, то мы считаем, что у нас нет сострадания и любви. То есть мы судим о том, есть у нас сострадание или любовь, или же нет, а потому, способны ли мы принести живым существам вот такую временную пользу и на временном уровне избавить их от страданий. Вот так мы определяем для себя тот факт, есть у нас сострадание и любовь или нет. Тогда
Итак, мы полагаем, что намерение, исполненное сострадание и любви, это наше желание избавить живых существ от временных страданий. Однако одновременно нужно постараться поразмышлять в более широкой перспективе. И почему, как я объяснял выше, страдание ведь это не только страдание временного характера. Мы обычно думаем, что страдание — это вот то временное страдание, которое мы испытываем. Но на самом деле все обстоит довольно страшнее, потому что это то, что мы испытываем с безначальных времен и до сего дня. Мы буквально окутаны пеленой неведения. Мы не знаем, что следует делать, а от чего следует воздерживаться. И из-за этого мы совершаем ужасающие поступки, которые влекут за собой страдания. Мы испытываем страдания безо всякой цели, безо всякого смысла. И мы испытываем это ужасающее страдание на протяжении долгого времени. Если у нас хватит мужества взять на себя бремя избавления существ вот от такого страдания, то, конечно, нам нужно принимать во внимание, что мы должны избавить живых существ не только от временных страданий, но стараться заглянуть в проблему глубже. Только тогда наши действия будут исполнены настоящего смысла. Быть бодхисаттвой — это не означает, что у нас всего-навсего в этой жизни есть сострадание и любовь. Мы должны думать о долгосрочной перспективе из жизни в жизнь. Мы не должны быть лишены сострадания и любви. Так что мы должны рассуждать не только в краткосрочной перспективе, перспективе одной жизни, когда нам нужно проявить сострадание и любовь, но нужно смотреть в долгосрочной перспективе удержания этих качеств из жизни в жизнь. И нужно думать не только об одном или двух живых существах,
но обо всех живых существах, число которых велико, как безграничное пространство. И нужно действовать постоянно, беспрепятственно, ради всех живых существ, пока все они не достигнут пробуждения. Поэтому это вопрос не только о том, чтобы быть добрым в этой жизни, чтобы быть добрым в краткосрочном перспективе и оказывать небольшую помощь небольшому количеству существ. Это не делает вас бодхисаттвой. У вас должна быть долгосрочная перспектива, долгосрочное воззрение, чтобы вы были готовы изгонять не только краткосрочные страдания, но также вы должны руководствоваться желанием помогать живым существам, число которых безгранично, как пространство, стремиться к тому, чтобы все они полностью избавились от страдания, чтобы все они испытали окончательное и взять на плечи свои вот такое бремя. Только в этом случае вас можно именовать бодхисаттвой. Когда мы принимаем обеты личного освобождения, когда мы принимаем такие обеты, мы говорим до конца этой жизни, пока я остаюсь в живых. То есть вы берете обеты, которые продлятся лишь на протяжении этой жизни. Когда же мы принимаем обеты бодхисаттвы,
что эти обеты принимаются до достижения состояния Будды. Как говорится, покуда я не достигну сути пробуждения. Это колоссальная ответственность. Конечно, легко произнести такие слова, но подумать об этом довольно сложно. Ведь вы должны нести эту ответственность не только на протяжении этой жизни, но вам нужно нести эту ответственность из жизни в жизнь до тех пор, пока вы не придете к освобождению. И если вы не будете хорошенько упражнять свой ум, то довольно сложно для вас нести такую ответственность. Если вы на очень высоком уровне не упражняете свой ум, тогда, конечно, эти слова легко произносить, но трудно их привести в исполнение. Бодхисаттве приходится работать до тех пор, пока все живые существа не достигнут освобождения. Нам нужно все это время приносить пользу живым существам. Это довольно сложно. Мы должны быть полны решимости взять на себя это бремя, превозмогать трудности ради блага других живых существ. По этой причине, когда в нас проявляется бодхичитта, мы должны очень хорошо тренировать свой ум. Мы должны тренировать свой ум так, чтобы мы были по-настоящему готовы к таким обетам. Если мы не готовы, то нам придется несладко. И об этом говорится в различных текстах по практикам тренировки ума. Быть бодхисаттвой не означает, что у вас просто в краткосрочной перспективе должно быть добросердечие. Конечно, зачастую мы называем какого-то человека, он добрый человек, он хороший человек, он помог многим, и о нем мы можем сказать, он настоящий бодхисаттва. Конечно, произносить такие слова легко, но бодхисаттва он или нет, зависит от того, насколько глубоко, обширно и долгосрочно его намерение. Вот что определяет, является ли данное существо бодхисаттва или нет. And so we have to draw a distinction. Поэтому нам следует проводить различия между бодхисаттвой и просто добрым человеком. И оказанием помощи в краткосрочной перспективе. Потому что просто добрый человек — это тот, кто размышляет в контексте этой жизни, а бодхисаттва размышляет в контексте множества жизней. Он освобождает живых существ от страданий в такой долгосрочной перспективе. Кроме того, бодхисаттва хочет избавить живых существ не только от краткосрочных, но и долгосрочных страданий. Бодхисаттва хочет принести живым существам вечное, нескончаемое счастье. Только если вот у нас такой обширный образ мысли, нас можно именовать бодхисаттвой. Скажу,
라바르도 동에게 내주 자네 섬도하듯이 드리시려샤 니바디 에네 슬제 단지 다 마이 물고미 슬제 단지 다게 다지 제외 마이 물고미 제가 토네 에네 지 슬제 So that way, as meditating on bodhicitta in terms of samsara in general or sentient beings in general. Это что касается размышления об бодхичитте в контексте самсары в целом. Существует 9 видов такой медитации. Или 9 объектов сосредоточения. Но не думаю, что нам нужно размышлять обо сейчас рассматривать все их. Самое главное, о чем нам нужно думать обо всех живых существах и желать освободить их от страданий. Это первый метод. Второй метод — помнить о том, что все живые существа были нашими любящими матерями в той или другой жизни. Я думаю, что на этом втором методе мы можем остановиться подробно завтра. Now, actually, the other day I got a cold, and there's a danger that it's going to come back. And the translator also has a cold. Я не так давно простудился. Я боюсь, что моя простуда вернется. И переводчик тоже простудился не так давно. Я боюсь за его здоровье тоже. Поэтому я думаю, лучше нам было бы немножко преуменьшить наш темп, и будет хорошо, если мы будем отдыхать, ведь в любом случае наше учение продолжится до февраля. Может быть, лучше, если мы сейчас немного отдохнем. Самому тангвейди,
Now I'd like to take this time actually to say a few words about. Я бы хотел также сказать несколько слов об этом зимнем собрании монахинь. И первое, о чем я хотел бы сказать. В прошлом, с самого начала, я говорила о том, что нам необходимо основать учебную программу для обучения в шедрах, в различных эгипетских институтах. Нам нужно это подробно обсудить, понять, какие темы мы должны освещать, сколько лет должно проходить такое обучение. Я уже несколько лет рассуждаю об этом. Я, конечно, много говорю об этом, но все равно не чувствую удовлетворения. Но в конце прошлого года, в конце 2015 года, я получил старый текст. Это был текст с времен девятого кармапы Мачука Дорджи. И там он обсуждает ситуацию в различных египетских монастырях того времени. И в том числе там содержится также и обсуждение учебной программы, о том, какие курсы проводятся, какие темы изучаются. И теперь, когда я получил этот текст, мне кажется, что это послужит своего рода условием. Это то, что поможет нам разработать учебную программу для наших шедр.
So my not being satisfied in the path is primarily because it was just my thinking, my own thought processes. And maybe sometimes I think about things on a too spacious way, but sometimes I get a little bit too. Так что я не испытывал удовлетворения в прошлом. Может быть, это было связано из моих собственных мыслей. Может быть, иногда я думал слишком широко, обширно, а иногда я был слишком избирательным, но при этом у моих мыслей не было прочной исторической основы, и было трудно мне обрести удовлетворение. Конечно, мы можем всегда что-то разработать новое, тут нет никаких проблем, но в древние времена, с 7 по 10 кармапы, были когипинские шедры, они были широко распространены, и нам нужно разобраться с тем, что именно там изучалось, чем они занимались во время обучения. Когда мы будем это знать, то другой вопрос, сможем мы это применить или не сможем, но как бы то ни было, мы будем опираться на примеры прошлого, великих учителей прошлого. Мы сможем сами опереться на их примеры и разработать новую программу. На это я возлагаю свои надежды. Теперь в этих трудах мы можем увидеть, как все обстояло, как все было, и, думая об этом, я чувствую воодушевление, потому что вижу, что у меня теперь есть письменный источник, есть какая-то историческая подоплека для того, что мы делаем, и теперь я чувствую себя намного увереннее, спокойнее. Я хочу, чтобы вы запомнили об этом и удерживали это в своей памяти. Sorry, I mistranslated. It's not that it will take one or two years, it's that it has taken one or two years. Я бы в детстве сказал, что... Да, да, нет. На ней, вот я честно, лобзен курим цам до мазеве, энергии, на дуэ, бесед из моей бине, там марда меджа. На это осмысление уже потребовалось 2 года. Кажу это, пэль я, чи, чу, янгер, чи, чу, дэ, рамвану, чи, чун, чи, дунгу, ги, гёс, кяран, на роле, я. Чудеранов, 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 чудеранов
신다기 가주다지 개바소다 투가요 말에 거유 나로 고난 거유 나로 베자다요 하고 있다요 드네인 주산에 담보도 하겠지 베자 공부시라네 슝치미 고려 베자 공부시라네 다 다다니 다 이네 급지 주산에 베자 공부를 해야 돼 이네야 아직
And now it's not just a question of the curriculum, it's also the texts to study themselves. And it's a different situation than it was before. Before, there didn't used to be any texts. In 1985, это вопрос не только в учебной программе. Сейчас мы находимся в совсем другой ситуации по сравнению с прошлым. В 1985 году they of course knew that there were instructions on Mahamudra and on the 60 Люди тогда не знали, что существует текст египетских наставников по философским трактатам. Они, конечно, знали о Махамудре, о шести югах Наропы, но люди не знали, что есть какие-то комментарии о пяти великих пяти великим философским трактатам. И тогда комментарии восьмого кармапы Микьё Дорджи, когда он впервые появился в Тибете, многие были удивлены. Они сказали: «О, вы, как гьюпинцы, действительно имеете комментарии на пять философских трактатов». Они были очень удивлены. Они этого не знали, потому что не существовало такой традиции изучения этих текстов. И не только учителя других традиций были удивлены зачастую, и когьюпинские учителя также об этом не знали. Вначале эти тексты были очень редкими, их было очень трудно найти. Поэтому очень многие когьюпинские наставники направились в другие монастыри, чтобы там поучиться, получить возможность изучить комментарии и затем принести эту традицию в свои монастыри. А сегодня все изменилось. Текстов все больше и больше, а вот чистой мотивации все меньше и меньше. Как бы то ни было, сейчас все тексты восьмого кармапы, все комментарии к пяти великим трактатом имеются. Есть также комментарии седьмого кармапы по тексту Дхармакирти Прамановартика. Есть тексты девятого кармапы Ванчука Дорджи. У нас, может быть, нет в наличии всех текстов, без исключения, но большая часть их имеется. Та ими на ди себе гюнди мутюни маневе инзан, та джи си гюнд кейге пачи та чеве сурчаро. Чезан цамцам джи кане джир тудюсане, шунги кане дан, ян джи куа, джи гедюса, мазу кане шучео, тадабуто мазу кане мауша чер. Та кане джисурия, джи си гюнд джиена, та кане джисучи, шунго кане джисурия, марэсти, джи джиоро та. Да,
So the difficulty is that up till the time of the 10th Karmapa, there were many Shedras, there were many scholars, and they had a great tradition of study. Since that time, it declined. Проблема заключается в следующем. До времена 10-го Кармапа было много шедр, много ученых, философов, и была великая традиция обучения. Однако с этого времени она пришла в упадок. И традиция объяснения, линия преемственности объяснения была более или менее прервана. По этой причине, когда мы приходим к каким-то трудным моментам, моментам, сложным для понимания в том или ином тексте, если у нас не будет в наличии линии объяснений, то нам трудно сказать о том, что это значит, потому что линия объяснения обычно помогает нам разобраться, что есть что. А у нас нет такой линии объяснений, нам приходится самостоятельно думать, у нас нет линии преемственности, которая бы передавалась из поколения в поколение. И без такой линии довольно сложно разобраться во многих непростых моментах. Однако в прошлом году, когда я посещала Америку, мне предоставили текст шестого шамара Чуки Ванчука. В этом тексте содержится общее объяснение теории познания, достоверного познания. Это очень важный текст, где объясняются сложные моменты текста седьмого Кармапы, где объясняется как наша собственная традиция, так и общее понимание достоверного познания. Первая глава была неполной, а все остальные тексты, все остальные главы были приведены полностью. И получить такой текст было очень полезно. Если мы идем к одному настоятелю, получаем одни объяснения, потом к другому, получаем другие объяснения. Но сейчас у нас в руках этот текст, где все изложено очень ясно и понятно, и мы можем очень четко увидеть, в чем состоят ответы на сложные вопросы, которыми мы задаемся. Та,
Now, this text also mentions that there is a general discussion of the Prajnaparamita as well. And so, when, of course, in reading this, we all get the hope that we can find this. В этом тексте также упоминается Prajnaparamita, but where it is, we don't know. Общее обсуждение. Это приводится общее обсуждение Прадж-на-парамиты. Receive this general discussion of the Prajnaparamita. And I think with this, I think now we all have, we will be able to determine the curriculum and the topics and the different texts for our study. And so I have more confidence that we will be able to do this. In any case, I hope that during this Arya Итак, я надеюсь, что теперь мы сможем создать учебную программу, изучать различные тексты, и у меня есть уверенность, что это будет возможно. И я надеюсь, что во время нашего зимнего собрания монахини мы сможем определить, какой будет такая программа. И если мы сможем утвердиться в такой программе, то тогда это принесет пользу будущим поколениям нашей традиции, последователей нашей традиции. И вот здесь ты сказал, что в этом тексте упоминается общее изложение Прадж-на-парамиты, но где, собственно, его нужно обнаружить, пока непонятно. Оно может быть где угодно под солнцем.